Совсем скоро в сети состоится премьера сериала под названием «Вера». Это новая экранизация повести Галины Щербаковой «А вам и не снилось». По сюжету Вера живет исключительно проблемами своей семьи, вечно болеющего мужа Кости и 15-летнего сына Ромки. Вообще-то Веру все устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь. Ее супруга, красавица Людмила с дочерью Юлией, последней. Как раз ничего особенного нет, но как назло именно этой девочкой увлекается Ромка. Теперь героиня всерьез думает о разводе и размене квартиры, пытается вынудить сына отдалиться от Юльки. Главные роли в картине исполнили Виктория Толстоганова, Ольга Сутулова, Алексей Розин, Тимофей Тимков, Наталья Бочкарева, Евгения Громова и другие. Премьера сериала «Вера» состоится уже в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.